Всем привет! А вот еще один красавчик лежит в раковине. Это его любимое место. Видео из разряда обитателей нашего дома. Пушок его зовут, да, Пусик? Пусик тут лежит, сложился весь грязный. У Пушка часто сваливается шерстка. Он у нас уличный котик. Приходит только кушать и отсыпаться домой. Глазки у него оранжевые. Пушок. Кс-кс-кс-кс-кс. Кис-кис. О, ты спишь, мой красавчик. Недавно болел, был у него грипп. Вирус какой-то кошачий, сказали нам, кололи мы ему уколы. Совсем плохой был. Глазки тускнели. Что-то думали, совсем не выкарабкается, но ничего. Покололи укольчики, покапали глазки. Все у него из глазок текло, из носа текло, дышать не мог. Задыхался. Но ничего, быстро он отошел. 5 дней, как новенький, да, Пусик? Пусик. Пусик. А Пусик у нас такой интересный получился. Это... наш домашний котик, он уже родился у нас. И он такой получился. Бабуля у него была персидская. И он такой получился полуперс с оранжевыми глазами. И слегка такой приплюснутой мордой, большая голова у него. И такой шерстнатый, мохнатый. В общем, здоровый котяра, весит он около 6 килограмм. Когда не орет, не бегает, не бесится весной или когда там у них башню сносит на период вот этого вот своего кошачьего гуляния, конечно, он худеет, становится весь такой плохо пахнущий, ну, как все коты, противный, в общем. А когда у него все хорошо, здоровенький и никуда ему не надо, хороший. Да, Пусик? Пусик, посмотри сюда. Кс-к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 с. Вот, хочет спать, и ничто его от этого не отвлечет. Ну вот, еще с одним вас познакомила обитателем. А я немножко приболела. У нас вирус. Говорят, что превышен порог эпидемический по вирусным заболеваниям. Ну, я вот болею, болит голова, горло и насморк. Ну вот, желаю вам не болеть. Кто болеет, выздоравливайте скорее. Скоро весна. Да, мой хороший, весна? Ты услышал, что скоро весна? А так не реагировал? Да, скоро весна. Ну вот, всем пока. До новых встреч.